Он говорит: Ангелина, я не знаю, что делать. Бабушка, ты меня загораживаешь. Завтра сделаю мясо хоть ему. Представляешь? Ну, у меня как-то тоже день рождения было, а ты была на избирательном. На выборах. Да? А раньше на выборы 12 декабря ходили. А, ну да. Вообще-то было правильно. День. День. Конституции. Как я на выборы? Это же было. Как вот на этом?